Здорово всем, ребят, сегодня на нашем обзоре бой на Чармле. Зачастил, да, у нас зачастила у нас эта ЛТшка с Лесты коллекционная. Ну, а что делать? Ну вот если на нем весьма интересные бои. Так, очередька у нас, конечно же, камуфляж, так что быть по максимуму красавчиком. Так, ну, разъезд как обычный, как на ЛТ. В кустяку. И будем смотреть, что у нас, кто светанется. Угу, сейчас же погнали на тот фланг, все причем, и одна СТ-шечка с нами, Химера. Ну, я думаю, среди 8-9 уровней эта ЛТ себя чувствует прям, ну, мега бомбически. Вот как розыгрыш, только вот прям мега бомбически себя чувствует эта ЛТ. Угу. А где? А где все? Ага, Химерыч, давай. Ай-яй-яй-яй. Еще... Давай, давай, Химерыч, откатывайся, откатывайся. Ну, да, 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 да. Сейчас наша Химера отрыгнет уже в ангар. Долго не продержится. Там сейчас навалят по полной программе. Так, ну что, боец откатился, перезарядился. Сейчас, ага, там вражеский Чармле. Да что ж такое? Так, Чармле завалили. Уже хорошо. Потому что такой противник, ну его нафиг. Даже еще в пользу зеленых. Ни финта себе. Че это у нас тут такое происходит, да? Счет в пользу зеленых. Угу. Так, ребятки, не забываем подписаться, поставить лайк, прислать свой реплей для обзора. И обязательно поставить колокольчик, чтобы ничего не пропускать на канале. Ну что, Химерычу все. Химерыч отвалил в ангар. Недолго счет был в пользу команды зеленых. 3-4 уже в пользу команды красных. 1500 урона у нашего бойца. Ну, судя по всему, так как идет команда красных на ЧЗшку, сейчас они ее просто разорвут. 112 ледяной... Я не знаю, это вот эта типа стратегия. Сейчас я все объеду и хорошенечко в корму всем напхаю. Я такой один с такими мыслями. Ну, это стратегия фуфломициновская. Ну что, СУ-130ПМ можно разобрать, да? Я бы, наверное, таранчиком бы забрал. Ну, я бы так действовал, по крайней мере. Я бы, наверное, все-таки тараном попытался бы. Вот и все. Вот и все, ребята. 2200 урона, 2 фрага и 1 в 3. Боец остался один против троих. И против троих тяжей. Кстати, КПЗ 70. Нифига себе. Лев. Еще кто-то. По силуэту что-то либо французское, либо китайское. КПЗ первый засветился. Ну, у льва 4 фрага. Это уже как бы заявочка. Так, ну что, что у нас тут происходит? Да, бойцу надо бы по одному бы их разваливать. Если они сейчас раскатятся по всей карте, разъедутся, то можно по одному потихоньку расстреливать, конечно. Но, блин, если они... Ну, тут я не знаю, стоило ему стрелять либо нет, я не знаю даже. Но сейчас точно стоит. О, еще и с поджогом. Ух ты, ага, там ИС-6 еще. ИС-6, Лев и КПЗ-70. И 2 минуты до конца боя, ребят. Не забываем про время. Обычно время это о том, о чем я всегда забываю, по крайней мере. Да, и Лев стоит на захвате. Это Лев, ИС-6 высовывался. Да, КПЗ-70 до сих пор высматривает. А нет, ИС-6 там трется на захвате. А, и там Лев, да. Ой, как хорошо. Еще. Давай. Вот это очень хорошо. 4250 урона. Я уже руки так потираю, чтобы сейчас выскочил где-то КПЗ. Герой реплей его просто разобрал. И надо и Саши с того следующего добирать. У него меньше хп, чем у льва. Пока боец действует, ну, очень грамотно. То есть всегда на откатах. Всегда сдалека, всегда на подсвет. Ну, в принципе, как на ЛТ и надо, да? Ну, посмотрим. Самое главное теперь, чтобы не подосрало Леста. С какими-то там рикошетами, не про... Опаньки, из 6-й, все, нервы сдали, поехал искать.
Поехал искать, и я уверен, это фатальная твоя ошибка. Ой, как хорошо, КПЗ не пробил. Из 6-й в ангар. А КПЗ-то не пробил. Ай-яй-яй-яй-яй. Это просто вот это вкат. Лев с поджогом и дуй в ангарыч. Ну что, КПЗ-70. А теперь можно карусельку покрутить. 7 секунд до перезарядки и просто вкат. КПЗ не заберет. 5-300 урона, 4 фрага. И КПЗ будет пятым. Это я уверен уже. Давай, братуха. Хорошо, вот это Колобаныч. 5600 урона, 5 фрагов, Чармле 75. Респект. Бойцу так держать и красавчик. Отличный бой. Отличная грамотная игра на ЛТ. Сдалека, с подсветом и с такими вкатами, как во льва. Это прям супер. Что ему сказать? Бойцу так держать и красавчик еще раз. Всем спасибо и пока.